ковре базы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области сильнейшие борцы. Около 50 атлетов из спортивных школ Омска и районов области намерены оспаривать звание сильнейшего на региональном чемпионате по греко-римской борьбе. Соревнования еще не начались, а уже награждение. Значок и удостоверение мастера спорта России вручают 4 атлетам. Шел к этому, естественно, долго. Очень много усердия, очень много работы с тренерами, с моим любимым Леонидовичем Биланом. Шел к этому 5 лет. Достиг. Душевная радость. Какие советы, может быть, дал бы борцам, которые сегодня на ковре, вот чтобы и им тоже в скором будущем вручили такие значки? Тренироваться, не жалеть себя. Это самое главное в спорте. Если только какую-нибудь слабость дашь, все. В спорте только так. 7 весовых категорий – спортсмены начинающие и профессионалы. В этом году чемпионат области необычный. А все потому, что это один из первых стартов у борцов, который проходит по новым правилам. Будем бороться 2 периода по 3 минуты. Если раньше была борьба 3 периода по 3 минуты, то 2 периода по 3 минуты. 30 секунд перерыв. И это даст нам более ясно выявить, кто сильнейший борец. Потому что буквально за 3 минуты он должен показать на все, что он способен. Это активизирует борьбу, делает ее более красивее, ярче. И приведет к тому, что спортсмены начнут делать много приемов. Свод правил пришлось поменять, так как борьбу планировали исключить из олимпийской семьи. Борцы выиграли этот спор. Вот проходит новый турнир, который будет у нас в конце этой недели. Турнир «Сила традиций». Сан Саныч Карелин его проводит. Ну, наверное, будет таким, как сказать, одним из первых турниров, где мы посмотрим, как вообще планируется в дальнейшем популяризировать наш вид спорта. Уже следующие турниры, да и мы уже турнир, который будет у нас в памяти моего отца в конце ноября, тоже будем стараться проводить немножко по-новому, более зрелищно для зрителей, для ребятишек. Более доступно, чтобы это все было и в плане правил, ну, что сейчас уже происходит. Сил у борцов много и творчества. Будем еще как-то делать интереснее этот вид спорта и прекраснее. Награды чемпионата области разыграны. Этими соревнованиями классики открывают сезон. Следующим серьезным стартом станет турнир Ивана Поддубного. Состязания пройдут в Тюмени в середине ноября. За медали этих состязаний поспорят первые номера сборной команды Омской области.